Я зашла, ребятушки, в музей, вот этот вот небольшой, не знаю, можно ли говорить, но он рядом стоит. Сейчас я хочу вам показать, как вот эта кожа фреска образуется. Посмотрите, и там еще и чугун. Смотрите. Вот, смотрите. Видите? Прям кожа натуральная, видите? Нарастает на камне. Из нее тонкий-тонкий слой рисунка. Сколько окон, да, тут, кстати. Смотрите, какая она паутина. А фреска даже здесь, уж не стали бы делать нашу фреску вот здесь, кстати, по бокам. Вот, чугун точно. Сложности, да? Все окна разные. Кстати, даже здесь все по высоте разные, видите? Тут вход тоже такой наш. Видите, вниз идет. Это да, огромное. Как в Риме у нас стоит. Смотрите, смотрите, смотрите. Что тут интересно? Кстати, ведь им дают вот этими штуками, им дают 2000 лет, ребятушки. Начало первого века, покиньте. Смотрите, какая тут чугунная дверь. Да еще с какими-то. Вот как вот могли бы, да? Вот смотрите, вообще, смотрите, какой кости. Просто невероятно. Шевелится. Что ж, его не сняли, то уже не украли. Это маленькая резьба, видите, тоже. Резьба, я думаю, наверное, чтобы себе пробить ход. Бух. Блин. Тут еще один огромный шкаф, видите. И листья здесь вообще. Эти огромные лыжи, лыжи-листья, да, эти. И все, как везде, только, видите, уменьшено. Там лесенка, и там дверца, видите. О-о-о. Тайная дверца из этого шкафа, да. Из этого шкафа домика. Кожа это с рисунками. Видите, здесь 2D опять пошел рисунок. Видите, кстати, здесь даже нету никакой этой мозаики, а вот как у нас на замках. А, смотрите. Такой маленький кусочек, да? Видите? Это огромные эти, и там, видите, везде всегда идет. Всегда идет поперечная, да? Всегда. Сколько бы мы ни смотрели, всегда идет вот этот поперечный проход. Посмотрите. Всегда.
Это как пить дать. Так, вот тут у меня фрески рассмотрены уже. Я была уже здесь. Я сейчас пришла на предмет другого немножко. Чугунов там всяких. Кстати, я видела чугун. Чугуни видела. Кстати, лестница явно наша. Кстати, явно наша. Опять уличим отчина, посмотрите, да? Да, 13 человек сидит. Может быть, это вот первый, кто из туннеля вышел, не знаю, первые 13. Ты шикарнейший, смотри, как из камня идет вот этот. Видишь, да, там стеклянный этот. Фреска, тут все кожа это вот на хвост, видите, какие настоящие. Посмотрите, какой нахуй классный, как видим. Там, видите, как видно. Подождите, вот видно. Смотрите, какой стеклянный, да? Все, все, как на домах, все, абсолютно. Тут тоже, кстати, как растет из стены вообще. Не сходим. Мы под Миланом находимся. По идее включиться здесь. Это я уже помню. Давайте посмотрим что-нибудь. Чугунчик увидим. Посмотрите, какой мрамор. Посмотрите. Удивительно, посмотрите, какой мрамор. Посмотрите, как они. Вообще, посмотрите, как идет, да? А это ведь дает вообще до нашей эры. Вот это мы посмотрите.
нравится тоже. Чугун отковыряли, чугуна я не вижу вообще никакого. Как же там, жалко, ни одного чугунного изделия, блин. Вот только тут вижу, видите, вот. Все-таки выковырить, сволочи, да? Смотрите, как там свисает, как бы, как сопли у этого гранита, блин, смотрите. Жалко, не видно, как борозды идут, как сопли. Пытаюсь разглядеть хоть один гвоздик. Ни одного, представляете? Ну, гвоздь я не вижу, блин. Вот такие пирожки, рядышки. Ну, значит, здесь надо было. Она пошла. Тетенька тоже заинтересовался гвоздем, потрогала. Такой запах тут воды, воды, воды. Запах воды. Так, ну ладно, это я не буду рассматривать. Какой смысл лежащего человека там? Вот это вообще такие вибрации, да, просто? Вот скажите, вот смысл вот этого шкафа здесь вообще абсолютно никакого, да? Его даже не видно. Мишка, видите? Миша, просто колония. Тут еще наростик. Кстати, ключик.
А посмотрите, как видно, что у нас камни выходят, видите? Абсолютно выходят из стены. Да? Абсолютно все выходят из стены. И смысл их нахождения здесь абсолютно не нужен. Этого шкафа. Еще такой он, ребятушки, фу, паутина. Он еще такой, знаете, не гладкий, не гладкий. И вот такая, да, краску снимает. Сложности бы стали делать, да? Сейчас я вам сейчас хочу показать еще это. Какая, как вот вокруг купола идет вот такая петля Мёбиуса тоже. И такой тоже Иисус толстенький, даже, да, можно сказать. Тоже, видите, посмотрите, как я, видите? А лестница-то, посмотрите, куда идет, да? Смотрите, на купол, видите? Вот так вот. Потайные комнаты. Так, я пошла отсюда, покажу вам сейчас петлю Мёбиуса. Не, вы посмотрите, какая штука вообще. А еще есть дырка. Сложно, сложно снимать. Вот еще какие, смотрите.
еще. Тут тоже. Везде, 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 везде. Полно, 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 полно. Полно всего. Целое поле. Смотри, сколько. И мех на чугунных изделиях, петушки. Так, ну ладно, пошли отсюда, покажу вам сейчас петлю Бёрнбюса и выходим. Все закрасили. Плохо видно. Окошечки такие, да. Там зарплату выдавали. Так, смотрите, петлю Мёбиуса. Посмотрите. Посмотрите, какая петля Мёбиуса. Посмотрите. Сейчас я пройду с вами. Все это. Свет, что поделать. Посмотрите, как идет просто петля. Ой, какая шутка вообще. Просто шутка с наростиками. Ладно. Так плохо видно, короче, ребятушки, эту петлю. Я уж стараюсь, но... Смотрите, сейчас она отсюда переходит туда.
ужасный свет, хоть ты тресни. Но у кого там хорошие телефоны, пусть снимает по-хорошему. Ой-ой-ой-ой. Здесь почему-то голова покруживается, хочу сказать. На ростик наш идти. Но свет не помогает вообще. На ростик, видите, как рама, и там картина, типа икона внутри. Вот смотрите, как видно, должно быть видно хорошо сейчас. Нет, ну какая петля вообще, смотрите, какой туннель. С оборотом это просто. Неужели вот он кажется кому-то простым? Смотрите, тут все он как будто бы. Просто извертился камень, дальше некуда вообще. Вот эти вот выверты, завороты, вот этот туннель полукругов меня вообще сшибают. То есть это не просто, видите, идет полукруга, а он весь вывернутый еще, видите? Ну как петля. Ну плохо видно, ну что поделать. Как уж могу. И так вот выворачивается, просто как вихрь. Невероятно. Это тоже можно считать каналом, туннелем, понимаете, то же самое. Столько вибраций, посмотрите, сколько вибрационных линий. Просто невероятное количество. Так, ну ладно, все, выхожу. Пока-пока.